С 1 июля в рамках реформы здравоохранения в Кыргызстане изменились механизмы финансирования системы обязательного медицинского страхования. Теперь страховка дает гарантированный пакет медицинских услуг на бесплатных и льготных условиях в рамках программы госгарантии. То есть у граждан есть возможность получать медуслуги на бесплатной основе на уровне первичной медико-санитарной помощи, 50% скидку на восстановительную и физиотерапию. У нас для наших приписанных застрахованных граждан делаем 12 базовых бесплатных анализов. Это общий анализ крови, общий анализ мочи, микроскопия мазков, уретры, также все мокроты анализов, микроскопия. На сегодняшний день делаем еще холестерин, электрокардиограмму бесплатно делаем. И приписанным застрахованным гражданам у нас делаются почечные, печеночные тесты и другие виды более сложных лабораторных исследований. Также и в 2023 году вышел новый ТОКТОМ постановление. По этому постановлению у нас сейчас 50% оплачивают по 50% этим отплачивает УЗИ у нас, также рентгены. Отметим, что еще в начале марта текущего года президент подписал указ о реформировании механизмов финансирования системы здравоохранения, где четко прописано о важности государственных гарантий для застрахованных граждан и имеющих полис ОМС. Теперь сооплата зависит от уровня больницы и профиля заболевания. Сумма сооплаты начинается от 840 до 1500 сомов. Полис, страховой полис можно приобрести вот здесь у нас на Митерова 42, вот у нас 203 кабинет, здесь у нас стоит Pay24 через М-банк, никакие против коррупции, там деньги друг другу никто не дает. Клиент приходит, госуслуги, полис ОМС, кладет терминал Pay24, деньги, берет квитанцию и тут же через 5 минут он получает страховку. Но страховой полис действует через 5 дней. На сегодня в крупных населенных пунктах страны, в том числе и в Бишкеке, идут тренинги среди работников ТСЖ и Алюкмыты по поводу обязательного медицинского страхования. Да и сами граждане с пониманием отнеслись к новшествам. Рахтан келген үчүн кичине кымбат болот экен да. Ага чейин анализде тапшырамбы, УЗИге барамбы, скидкалар бирок. Бирок УЗИге көп барбайм, потому что УЗИнин квалификациясы анча жакшы эмес. А так анализдердин баардыгын дагы башка телөөлөр болуп калса, башка больницаларга барсам скидкалар болот. УМС жөнүндө абдан жакшы. Мен бул больницада, бул поликлиникада катталганмын. Анан кийин жеңилдиктер бар. Мисалы, талон менен ар бир эмеге узкий специалисттерге кирип кабыл алынабыз. Анан дагы аптекалардан дагы дары алганда кандайдыр бир проценттер менен арзандатылган дарыларды алабыз. Отметим, что в рамках указа президента все граждане обязаны застраховать свое здоровье. На сегодня полис ОМС для граждан Кыргызстана стоит 1840 сомов в год. Иностранцы могут приобрести его на год за 11 тысяч сомов. Кроме этого, если у граждан есть интересующие вопросы, то они могут позвонить по номеру 113 горячей линии. Эрмек Куренкеев, Мирлан Джанабеков, ЛТР, Бишкек.